Нет, никого. А дверь взломали такие. Брат, шел. Да, собственно, на свой дом. Что такое делать? Милиция, отец. Мужики, ваша помощь. Мы там двери, мы через двери тоже пройдем. Расскажите сегодня, пожалуйста, вот события какие были. Вы находились дома, вот что вы увидели, как были дальше разворачиваться? Да не, я просто сидел дома, решил выйти перекурить на балкон. И тут увидел такую картину, что девочка находится за балконом, стоит на парапете сама. Вы не знали, что это за девочка, с какой квартиры? Не, ну конечно, это соседи живут подо мной. Знал, увидел, сразу растерялся. Взял телефон, позвонил на 101, то есть вызвал, попросил автовышку, потому что девочка маленькая, стоит за балконом. Страшно, руки болят держаться. Вы с ней общались? Ну да, я ее просил не смотреть вниз, по сторонам смотреть на меня, рассказать мне что-то интересное. То есть, я с ней поговорил, познакомился, узнал, сколько лет, где учится, в каком классе, как учится. То есть пытался ее как-то поддержать, отвлечь от той ситуации, которая происходила. Ищите, что нам рассказала, нам нужно будет для информации, где учится, сколько лет. Я уже забыл. Илона 8 лет, да, учится, по-моему, в 47-й школе во втором классе. Говорит, учится хорошо. Никто не обижает, а так всем довольна. Как долго вы ожидали помощи? Ой, не знаю, может и быстро, но мне показалось, честно скажу, долго. Она не плакала? Нет, она держалась молодцом. Не плакала, ничего. Ну, а вы знакомы с той семьей, в той квартире, где проживала девушка? Я же вам еще раз поясню, это как бы соседи, это так чисто. Привет, пока-пока, как встретились, да и все. А так, чтобы общаться, мы не общались. Так что вот так вот. Еще раз, представься полностью тебе. Полностью? Да. Фамилия, имя, отчество? Данильчук Виталий Викторович. Сьогодні о 16 годині 40 хвилин на пульт зв'язку пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дорофєєва, 26, дівчинка 8 років знаходиться поза межами балкону, висить на карнизі і тримається з останніх сил. До місця події були направлені чергові підрозділи. Це автодрабина 30-метрова, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Прибувши на місце події, було виявлено, що дійсно дівчинка з останніх сил вже тримається за балкон. В лічені хвилини була розгорнута автодрабина. Пожежні піднялися та врятували дівчинку. Дівчинку передали медичним працівникам та доставили її до лікарні імені Тропіних. Весь цей час, поки проводилися рятувальні роботи, дівчинку підтримував 22-річний хлопець, сусід даної дівчинки.